Да, Ольга, здравствуйте. Мы сейчас находимся на избирательном участке 21-й школе. Он открылся вовремя, и уже люди идут голосовать. Но одним из первых проголосовавших был глава Новороссийска Игорь Алексеевич Диченко. Во-первых, всех жителей города хочу поздравить с Днем города. В преддверии, так сказать, великого праздника. День города всегда был любимым днем города. Днем жителей наших. Сегодня, конечно же, выборы законодательного собрания края. Я призываю всех жителей города прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, свой правильный выбор. И не надо уподобаться тому, что за нас уже все сделали. Никогда такого не было. Каждый голос, он важен. И еще раз, своим примером я призываю всех прийти и проголосовать. Новороссийцы делают свой выбор, и сегодня жители города-героя выбирают своего представителя в законодательном собрании Краснодарского края. Наш участок открылся вовремя. На данный момент все в штатном режиме идет, все работает, избиратели идут. И я приглашаю всех выполнить свой гражданский долг и прийти в нашу школу номер 21 проголосовать. Жители Новороссийска здесь традиционно ждут различные акции, организован буфет, а для создания праздничного настроения играет муниципальный духовой оркестр.